Привет, друзья, привет, гости канала. В этом видео хочу вам показать с той проблемой, с которой сталкиваются очень многие люди. К примеру, у вас какое-то приложение, вот, к примеру, TikTok, давайте разберем. Вы его загрузили, оно глючит, лагает, выбивает из него и так дальше. Чтобы оно работало на полную котлету, нужно сделать следующее, что я покажу. Это не только избавит вас от проблем, но и сделает так, что ваш TikTok, к примеру, будет работать очень-очень быстро и шустро. Что же нужно сделать? Для этого нужно просто зайти в настройки на телефоне, найти пункт батарея, в правом верхнем углу под пункт найти батарея, и здесь контроль активности. Так вот, если вы зайдете сюда, вы увидите все приложения, которые у вас работают. Вообще на телефоне есть, заходите сюда и ставите, к примеру, нет ограничений. У вас будет либо умный режим, либо мягкое ограничение. Так вот, поставите нет ограничений, и вы сразу же заметите, что приложение будет работать на полную катушку, и у вас с ним никаких проблем не будет. Пользуйтесь, не благодарите.